Доброе утро, друзья. Ну, я, девчонки, опять пеку торт. Завтра у нас у Миши день рождения. Вот. Хотела молочную девочку, но передумали. Пеку медовик, потому что у нас Женя молочную девочку не хочет. Старшая внучка, а она приезжает. Ну и, конечно же, мы сделаем медовик. Я уже начала печь, вот два коржа, уже стоит один, вот, девочки, буду жарить на обед себе котлеты печеночные, рубленые. Я покупала печень куриную с сердечками, тушила картошечку с сердечками. Так, масло растительное. Вот. А здесь у меня еще даже печеночка осталась. Печенка, лук, чуть-чуть майонеза, соль, перец и мука. И вот такие вот сейчас будут рубленые печеночные котлетки. Отварю вермишельки. И еще печеночки у меня немножко осталось. Вот 700 грамм я себе разделила на три раза. Так, сейчас ложечкой прямо вот так выложу. Как оладушки. Можно побольше вот так. Сейчас огонечек убавлю. Так вот. Они разогрелись. Крышкой закрою. Ой, мне тут на все 2 дня хватит. Еще. Спрошу, может, Саше унесу. Проходит анализы все. Вот. Так, средний огонечек делаю и закрываю крышкой. Минуточек 5 пусть жарится. Так, что у нас тут посмотреть? Я, конечно, время не засекла. Ого. Опа. Ну, что ты? Маленький огонечек добавила совсем. Вот такие котлетки у меня получились. Я одну уже сделала бутерброд. Вкусно. Мне понравились. О, девочки, у нас зима снова. Сегодня ночью -7 на градуснике. Но выглядывает солнышко. Вот. Ой, нагулялась, Найда, нагулялась. Радости-то было, радости. Кашка там твоя. Ты ее не доела. Иди доедай. Найда. Сейчас дедушка будет лапки вытирать. Пузо, если грязное. Так, девчонки, вот мой коврик новый.
Здесь у меня фарш, лук. Так, сейчас я поперчу, чтоб не шуметь. Погода у нас замечательная. Так, две. Еще. Сейчас это все я размешаю. Добавлю картошечка кубиком. Все, Саша пообедал. И вы знаете, девчонки, я вот только сейчас говорю, ну не сейчас, конечно, я и в те разы, когда он бывал, тоже же лежал в больнице. Ну как, врач вроде ему говорит, что поедет сосуды проверять. Вот сейчас, видимо, здесь все пройдет. Он с этим пришел. Опять забыл, как. Вот. И, наверное, его направят проверять сосуды. Достаточно пока. Так, водички. Холодненькой. Водички холодненькой. А, ну и вот, что я хочу сказать-то. Все-таки, как он мне здорово помогает с Найдой. Я заплюхалась прям без него. Пока оденешься, потом разденешься. Вот, 4 раза. Тесто, ой, тесто. Я сейчас, наверное, другую чашку возьму. Тесно размешивать здесь. Вот этот коврик я выписала так в Валбересе. 70 на 70. Вот. Разорилась. У меня был тогда как-то маленький. Ну, он уже не в годность пришел. Такой цвет у него стал уже. И вот думаю, у меня места для него нету. Куда мне его сейчас приспособить-то? Куда убрать-то? У нас будет на кухне перестановка. Ну, потом покажу. Сейчас отпразднуем, отгуляем еще. Вот, потом Найда поест, разогреваем. Надо наложить ей. Потом все за ней прибрать. Собака же все равно это крошит. Девчонки, сейчас вот солнышко, наверное, будет плохо. Тесто полежало у меня в холодильнике. Я его утром замесила, хорошо. Хорошее тесточко. Тесточко. Так. Ух ты! Так. Где у меня... Голень уже 2 упаковки. Такой вот сок купила. Так. Все равно немножко надо будет муки. Холодная.
И вот все-таки как мне Саша помогает. А я прям заплюхалась. А он как бы и вчера хотел отпроситься-то, но врач ушел рано. Он ее не это, не застал, короче. Вот. Я говорю, что каждый день будешь? Он говорит, так, наверное, невольно, говорит, там держит-то. Так что, так, ну что, такие пойдет? Пойдет? Пойдет. Пойдет. Ну, какие посмотрим. Тесто заварное на кипятке. Кому надо, я скину ссылочку. Вот. Ой, прямо как радостно на душе. Хороший у меня сегодня день. Да. Саша пришел. Солнышко выглянуло. Так вот. Тут где-то я видела маленькое. Вот это, наверное. Вот. Сейчас этих накрутим, налепим. Они быстро. Как манты лепятся. Спасибо, девчонки, большое за поддержку, за пожелания. За все спасибо вам огромное. Вы знаете, как сказать правильно-то? Правильно-то я, может, и не умею говорить, но это... Вот читаю, да? И как вот сказать? Я-то говорю, например... Спасибо большое, девчонки мои хорошие. Вот читаю, когда улыбаюсь вот так вот. Да. Ну, хорошо, конечно, с ковриком-то хорошо. В общем... Такое вот у меня сегодня. Заплюхалась, да. И вы знаете, это было вот это вот видео у меня в запасе. Печенье-то я делала. Ну, думаю, скину его, потому что не получилось, девочки. Не получилось у меня. Такие вот. На дачу хочется. Ну, надо будет ехать, надо. Снежок хорошо осел. Ой, чайник поставила кипятить. Конечно, я сейчас буду прикрывать, потому что такая погода. Я розочку посадила в горшок, который в холодильнике была. И вы знаете, так активно она пошла в рост. Туда в комнату унесла
Здесь уже все у меня некуда. Я довольна ковриком. Около 500 он рублей. Вот. Дороговато, конечно. Но взяла большой, чтобы вот уж действительно. Так, сейчас накручу. Как-то бы мне Сашу мантами накормить. Не знаю, как. Оставить голодным, ничего не готовить. Тогда может поест. Вот говорю же, все здесь, в принципе, на пару. Ничего здесь лишнего, никаких я этих не кладу. Ну, приправ. Соль, перец, картошка. Фарш? Нет? Тогда говорит, ладно, попробую. Но так и не попробовал. А что-то другое было, наелся. Вот сегодня котлетку ему эту. А мне понравились, я прям наелась. О, говорю, хоть пообедала с тобой. Вот честное слово, девчонки, вроде есть хочу, а за стол садиться не хочу, кушать. Чай налью. С конфеткой или так. Тут вон печенье есть. Все. Вот. Завтра у меня опять будет шумно, весело. Женечка сегодня приедет, старшая внучечка. Защита у ней нынче. Экзамены вроде. Не помню, вроде закончились экзамены. Защита диплома. Ой, ребята тоже ждут, не дождутся, когда учебный год закончится. Девочки, чайник закипел. Так, наверное, пока сделаю. Так. Да, что я? Ладно. Не видно, да? Да, я показывала уже сколько раз. Вот так беру, девчонки. Вот так. Теперь вот здесь вот так. Вот так серединку. Если даже и раскроется, оно никуда ничего не вытекет. Вот. Вот так. Раз. 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 И раз. Ничего не вытекает. Миша у Карины. Они вчера с его мамой, с ее мамой ездили в Чусовой к бабушке. У Карины бабушка в Чусовом проведать. Вот. Вечером к нам придут. Если что, сварю мантов. Манты любят. Так вот. Что-то хотела... А, девочки,
хотела сказать. Ой, помидорки у меня, которые я садила первые, среднеспелые. Девочки, может, у кого тоже так было. Потом я, конечно, покажу. В общем, сохнут листочки снизу. Главное, снизу. Семидольки, потом дальше настоящие листочки. Я посмотрела в интернете, как вроде калия не хватает. Может, и на земле экономят. Раньше такого не было. Сейчас все возможно. Не вносят никаких удобрений. И это... Я подкормила монофосфатом калия. Вот прошло, наверное, 2 дня. Дней через 5 хочу подкормить. У меня настой я сделала. И эти конские гранулы. Азотика дать. Вот. И я что-то забеспокоилась. Ну, показывала подруге своей, показывала сестре. Говорит, подкорми. Перчик растет. Лилейнички вообще растут. Замечательно. Достала гладиолусы. Я как-то не сажу гладиолусы. Мне сестра в том году привезла, говорит, надо. Ну, давай, привезла, так. Пока сюда. Вот. 6 луковичек. Ну, посажу. Потом, значит, что у меня еще? Вот розочку посадила. Потом я купила у нас в монетке тигриния и фрезия. Фрезии 2 луковички было. Тигриния 1. Тоже в рост пошли. Некогда, девчонки, некогда. Вот верите, нет. Времени не хватает. Не хватает. У меня не хватает. Честное слово. Так, потом что еще? Розочку, которую мне Миша на 8-е дарил. Цветет вон она вовсю там. Цветет, растет. С магнита, которая розочка. Конечно же, все это поедет на дачку. У меня там в теплице, я говорила, ну, у меня есть кто-то, может, новенький, кто-то не смотрел это видео. Я прикапывала в теплице вегетативные растения. Посмотрим, что сохранилось. Под укрывным. Укрывным закрывала. Так, сейчас я это уберу, чтобы оно здесь не стояло. И это уберу. Буду дальше крутить. Вот такие, девочки, у меня мантики. Я потом доложу сюда. Пусть уже в морозилку идут. На завтра будет 10 человек. Вот, много. А что у меня будет? Открою свои баночку. Кабачки, как ананасы. Специально оставила. Так. Вот эту сделаю побольше. Вот. Потом помидорки у меня есть с базиликом. Очень вкусные. Очищенные от кожицы. В общем, откроем что-нибудь. У меня баночка икры. С Нового года лежит. Брюшки лосося или
или семги тоже остались с Нового года. Морозилочки лежали, да, я достала. Они сейчас в холодильничке оттают. Так вот. Потом, значит, что? Натру свеклу, отварила. Хотела купить селедку, потом передумала, раз есть брюшки. Вот я тогда делала. И не, сразу не делала бутерброды. Вы знаете, каждый себе положил сколько надо свеколки, кусочек рыбки. И она у меня ушла на ура. Просто с майонезом, и я забыла купить чеснока. Ну, я тогда тоже чеснок не клала. Ну, у меня чеснок закончился, ну ладно. А у меня лук растет зеленый, который я покупала в Светофоре. Я проросшие, которые нашла. Так, это маловато будет. Уберу ее туда. Проросшие, которые были, я их в баночку насыпала. И все. Салат у меня будет огурцы с помидорами. Я хотела купить пекинской капусты еще. Вы знаете, я сегодня посмотрела, она вся там, вот она у нас, ее режут в старом гастрономе по половинкам. Но она там все, вот это черное-то попадается. И что-то я не захотела ее покупать. Вот. Так что, картошечку как делала на себе на день рождения в духовке по-деревенски. Голень запеку, потому что манты кто у меня не ест? Ну, вот Саша у меня не ест мой. А так-то... Так вроде все. А Женя не ест. Вот. А так все едят. Все любят. Дедушку и Женю надо накормить как-то мантами. Сметанку купила. Масло с мантами. Сметанка с мантами. Кетчуп взяла. Закончился. И моя-то сливовица. Вчера же Шурочка ко мне приходила. Внучечка-то. И это... Я ей, у меня тоже была вермишелька отваренная. И это... Я люблю вермишель. Я ей наложила с это... Как его? С тефтельками. Вот. У меня вчера то же самое было, девочки, да. Потому что... Я, если бы что я сегодня бы сделала, я бы Сашу унесла. И я фарш-то, ну, приготовила, немножко себе сделала в кастрюльке. Зажарку положила туда, вот этой сливовицы немножечко для вкуса, приправки. Полкубика. И вкусненько. И сегодня также сделала. А вермишельку я целую пачку отваривала. И Саша у меня вот кушала, Шурочка, с это, со сливовицей-то. Говорит, какой бабушка у тебя вкусный кетчуп. Я говорю, так я знаю, вот только он заканчивается все. Последний. Ой, жарко. Окно открыто. Жарище. Жарище, жарище. А утром зима. Утром зима. Минус 7. Снега подвалило. А сейчас вон что. Все тает. Все тает. Так, ну что? Наверное, и так уже наболтала. Много. Всем хочу, девочки, сказать огромное спасибо. Извините, если что-то где-то не так.
кому-то, может, не ответила. Просто, девочки мои хорошие, вы меня понимаете, что, ну, бывает, что не могу всем ответить. Но я все равно стараюсь нажимать, что я прочитала. Вот. Так что буду заканчивать, буду достряпывать. Манты. Кто-то пишет: о, опять готовка, одна готовка. Девчонки, ну вот не знаю, конечно, я не буду говорить за всех, но мне нравится смотреть. Я ведь тоже захожу, смотрю. Кто что готовит, кто что, чем кормит свою семью. Вот мне пишут некоторые, фотографируют на Дзене. Нормально. Даже очень интересно посмотреть. Так, Алексеевна мне скинула. Только знаете, что у меня как бы на телефоне, видимо, полностью не открывается. И внучечку плохо лицо видно. Вот. Хороший котик. Но я уверена, что там красавица внучечка сидит. А вот Космею я махровую покупала однажды. И вы знаете, конечно, ничего не вышло. Вообще. Вообще ничего не вышло. Но у вас очень красивая Космея. Космея. Вот. Так что, девочки, переходите на Дзен. Там скидывайте фотографии. Делитесь со мной. Я вот даже не умею фотографии там скидывать. Да, я тогда хотела, и у меня не получилось. Надо у Миши спрашивать. Честное слово, девчонки. Так что, и все забываю у Миши спросить. А уж замечание, что у меня там некрасиво и невкусно, кто пишет. Я знаю, что у меня вкусно, что моим нравится. И все. Правильно? Правильно. Пишите, у кого дни рождения, когда, имя в комментарии, в конце комментария, чтобы я как бы, ну, отвечала, так я бы называла по имени. Алевтина, Алексеевна, Галина, Ольга, Ирина. Ой, девочки, вас так много вообще. Всех-то, может, я не запомнила. Но я вас всех люблю и представляю. Я вас всех представляю. Вот. Так что спасибо большое за поддержку. Ой, не хочу возвращаться к плохим. Да, не хочу, девочки, даже. Не хочу. Я ведь, как сказать, простая. И даже не очень умная, честно говоря. Я многого даже не понимаю. А то мне там тогда написали, не буду. Я так наревелась тогда. Не хочу даже вспоминать. Бог с ними. Бог им судья. Так что, девочки мои хорошие, желаю всем крепкого здоровья, мирного неба и всего-всего самого хорошего. Пусть светит солнце, пусть вас окружают только добрые, любящие люди. Родные, друзья. Все будет хорошо. Ой. Всем пока.